Шалом. Шалом. Меня зовут Яков Долинский. Чей имен Яков Долинский. Я несу пасторское служение в городе Назарет. 저는 나사렛이란 도시에서. Сейчас он называется Нофа-Галиль. Мы в Израиле уже 23 года. 이스라엘에 살게 된 지는 23년이 되었습니다. Я женат, у меня четверо детей. 저는 결혼을 하였고 네 명의 자녀를. Две внучки. 그리고 두 명의 손녀 손자가 있습니다. На этой конференции я первый раз. 저는 이 세미나에 처음 참석하게 되었는데요. Конференция, конечно, произвела на меня большое впечатление. 항상 이 세미나를 통해서 너무 많은 감동을 Я думаю, что не только я, но и все пастыря получили очень много информации. 그리고 저뿐만 아니라 다른 많은 목사님들도 많은 지식을 많은 Я знаю, что очень много из того, что мы услышали, придется еще раз все это как бы пропустить через себя. 그리고 이것을 다 소화하기 위해서 많은 시간이 또한 필요하다고 생각합니다. Как-то все это переосмыслить, потому что было много очень новых вещей. 그러니까 이번에 새로운 것을 너무 많이 배웠기 때문에 받았기 때문에 이걸 소화하는데 또 시간이 걸릴 것 같습니다. Но что однозначно, это то, что мы получили огромный заряд. 근데 가장 중요한 것은 저희가 엄청 많은 것을 배워간다는 것입니다. Такой, знаете, позитивный заряд. Вот для того, чтобы как-то оживить наше пасторское служение. 그리고 너무 중요한, 그리고 너무 긍정적인 에너지를 받고 가기 때문에 저의 목회가 다시 한번 시작되는, 새로 시작되는 느낌입니다. Я был поражен, насколько вот корейский народ, верующий корейский, любит Израиль, любит мессианских верующих. 그리고 이 한국 땅에서 한국 크리스찬들이 얼마만큼 이스라엘 땅을 사랑해주고 유대인들을 사랑해주고 메시아닉 주를 사랑해주는지를 알게 되었습니다. Как они нам служили все эти дни? 이 며칠 동안 저희를 어떻게 섬겨주시는지를 보았고요. Ну, буквально заботились о всех наших нуждах. 그래서 저희가 필요한 모든 것을 다 들어주시는 그 섬김에 너무 놀랐습니다. Поэтому я говорю огромное спасибо вам. 그래서 여러분들께 너무 감사하다는 말 전하고 싶습니다. И вы знаете, вот мне пришла в голову такая как бы аналогия. 그래서 머릿속에 이제 어떤 생각이 들었는데요. Что вот через вас Господь показывает, Господь Иисус показывает, что Он надеется на нас. 그리고 하나님께서 여러분들 통해서 저희에게 전해주시는 그 메시지가 하나님은 저희의 소망을 두고 계신다는 것입니다. Потому что, наверное, каждый из пасторов, он в какой-то момент он ощущает, ну, как бы неудовлетворенность своим служением. 그리고 많은 목사님들이 어떤 한계점에 도달하게 될 텐데 하나님은 그럼에도 저희에게 소망을 두신다는 것입니다. То есть каждый хотел бы сделать больше для Господа. 그리고 항상 많은 목사님들이 하나님을 위해서 한 가지라도 더 하기를 원하죠. Я верю, что вот, ну, никакой ошибки не было, что каждый из пасторов, который приехал на конференцию, он сделал алию в Израиль в свое время. 그리고 하나님께서는 이 컨퍼런스, 이 세미나에 참석한 모든 한 분 목사님을 그 하나님이 정하신 때에 이스라엘로 알리아시키셨다는 것입니다. Я верю, что вот нету случайных людей. 그래서 이곳에 오게 된 것도 그 누구도 우연이 없을 거고요. Все пастора, которые здесь присутствуют на конференции, это люди, которым доверил Бог, сам Бог. 그래서 이 세미나에 참석하게 된 한 분 한 분의 목사님이 하나님께서 이곳에 보내신 거고 하나님께서 신뢰하는 목사님들이라는 것을 알게 되었습니다. И это как бы накладывает на меня еще большую ответственность. 그래서 제 안에 뭔가의 질문을 계속 답해주는 것 같았어요. Что если Господь верит, надеется и доверяет мне, то я должен оправдать его доверие. 그리고 만약에 하나님께서 저를 그만큼 축복해주시고 신뢰해주시고 믿어주신다면 저도 그만큼 하나님의 신뢰에 응답해야 된다는 것을 느끼고 있습니다. И вот именно такое горение для Господа мы увидели здесь, 그리고, среди корейских верующих. 그리고 이곳에서 한국 믿는 분들을 통해서 하나님을 향한 그 불이 타고 있는 것을 보게 되었습니다. Желание послужить своим братьям и сестрам во Христе. 그래서 그리스도 안에 형제 자매를 얼마만큼 사랑으로 섬기고 있는지를 보았습니다. Поэтому я могу сказать, что я со своей стороны буду стараться, вот вернувшись в Израиль, как бы получив этот заряд, ну, приумножить мое служение, скажем так, сделать его лучше, более эффективным. 이곳에서 받아가는 것을 다 이스라엘로 가져가서 저의 공동체에서 두 배, 세 배로 더 늘리고 부풀리기를 원합니다. Большое спасибо еще раз и за прием, за теплый, и за откровение, которое мы услышали здесь. 이곳에서 배워가는 모든 계시에 대해서 너무 감사드리고 이곳에서 받아가는 모든 섬김에 감사드립니다. Для меня было очень важно вот видеть, что есть в Корее церкви, которые понимают, что Бог не закончил работы с Израилем.
그리고 이곳 한국 땅에서 하나님의 마음을 보게 되었고 하나님께서 이스라엘을 버리지 않으시고 이스라엘 향해서 큰 계획을 가지고 있다는 것을 이 한국 교회를 통해서 알게 되어서 너무 기쁩니다. 이스라엘 по-прежнему находится в планах Божьих. 아직도 하나님의 계획 안에 이스라엘이 거하고 있다는 것을 알게 되었고 И благодарение вам, что вы молитесь за спасение Израиля. 그리고 여러분들이 이스라엘의 구원을 위해서 기도해 주시고 사랑해 주심에 너무 감사드립니다. 아멘. 아멘.